«Газпром» хочет подсадить российские машины на свое топливо. По информации «Лайф», сырьевой гигант направил в правительство предложение об обязательном переводе половины автопарка на газомоторное топливо уже через 3 года, к 2020-му. «Газпром» уже не в первый раз пытается провести что-то подобное, но повсеместному распространению машин на газу, по мнению экспертов, мешает плохая инфраструктура, мало заправок, ну и к тому же бюрократические препоны.